В Москве задержаны участники организованной преступной группы, которые 20 июля устроили стрельбу в одном из столичных клубов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД Москвы. Пятеро мужчин ворвались в помещение ночного клуба в центре Москвы и открыли там беспорядочный огонь. Посетители заведения, к счастью, не пострадали. В ходе прошедшего обыска на месте задержания группировки были найдены травматические пистолеты и ПСМ. В данное время все задержанные по делу о стрельбе преступники находятся в столичном отделе полиции.